Как насчет того, чтобы три въебала получить, пидорас? Сука, экран не врубил. Кровь и золото! Блядь! Задание не выполнено. Ну такое себе. Не очень. Ну, мое существо он должен дать сейчас. Ну, давай, бей. Ах ты, блядь. Да, блядь, въебал я в рот этих пиротваров, сука. Самая имбовая хуйня и дешевая колода, блядь, к тому же. Слышишь, чувак? Берешь и собираешь себе дешевую имбу, блядь, в этом. В Хирстоуне, блядь. Пиротвар, блядь. Просто пидорас, блядь. Кстати, мне ебалось несет. 11 плюс на один урон надо нанести все вещи. Потанцуем! Ты в Overwatch играл? У нее скидка сейчас, она 800 рублей стоит. Не, ну да, я играл бесплатно, выходные на ней были. Они дают их иногда в этом. В этом, в батлнете. Ебать, вот пидор. Что за пидорас? Что он делает? Ну, вырвай, чувак, неплохая тема. Ну, блядь, ну, живенько. Ну, не знаю. Ну, люди стабильно задротят мне, чувак, я тебе скажу. Хоть это мне не кажется интересной игрой, но они играют 2 часа в день, прикинь. А, это 50 карт надо разыграть с разбойниками. Блять. А, нет, я спиздил этого, точно, я спиздил этого. Воина карта, блять. Маев. Чё с тобой, собака? Рексар. Начнется охота. Никому не избежать моего гнева. О, Келисет. Нет, Манкрис. Манкрис. Это законно вообще? Карта 1-3, блядь. На первом ходу, блядь, кидать. Нормас. Так. Как же это охуенно, блядь. Ладно, рискну, блядь.
Надо что-то пожевать, наверное, сходить. Твоя магия тебя не спасет. Это я спустил собак. Ты отлично играешь. Я сдаюсь. Я сдаюсь. Блять, классно. Что ты смотришь там из-за бога? Никому не избежать моего гнева. Блять, ну у меня на этот раз телесет. Все, пиздец, я должен разгибать. Ладно. Истина в смерти. Истина в смерти. Этого зверя никто не приручит! Охуеть, там есть персонаж, который хукает, слышь? Это ж пуш, блядь. И прольется кровь! Я восстановлю справедливость! Тут опасно. Я восстановлю справедливость. Все понятно, блять. Интересно.
Шагни в тень. Клинки наготове. Я восстановлю справедливость. Хорошая игра. Я сдаюсь. Не стоило напрашиваться. Никому не избежать моего гнева. Плохо сыграно. Положись на пиратов. Спасибо. Сухопутная крыса!
путная крыса! Применить к этой цели. Потанцуем! Я восстановлю справедливость. Сухопутная крыса! Неплохо сыграно. Аев и Рексар. Начнется охота. Никому не избежать моего гнева. Думай. Истина в смерти. Дай мне задание! Потрясающе! Задание выполнено! Я восстановлю справедливость! Я восстановлю справедливость.
счастливого праздника зимнего покрова! Щит Аргуса! Последний шанс! Я восстановлю справедливость. Плохо. Думай. Я не промахнусь. Счастливого праздника зимнего покрова! Интересно. Обролом! Отлично играешь. Я сдаюсь. Счастливого праздника зимнего покрова! Маев и Гул'дан! Моя душа будет моей! Никому не избежать моего гнева. Зачем меня призвали? Давай,
Я восстановлю справедливость. Даже огоньки бьют Щит Маркуса! Так много возможностей! Почти истекло. Мои глаза всегда открыты. Положись на пиратов. Oh!
от Рока! Никому не избежать моего гнева. Интересно. Что же делать? Интересно. Восстановлю справедливость. Интересно. Я восстановлю справедливость. Моя
магия тебя не спасет. Восстановлю справедливость. Пидора. Чувак, ты тут? О. Дай мне задание. Молодой человек из Тунеса. Мале? Неплохо сыграно. 5-5, ну, блять, по сути. Ой, блядь. Ты чё, Никита, нагибаешь? Так, мне надо 3, сука. 3. Блять, я слышу свой голос, нахуй. Думай. Ну чё, как тебе? Отвратительно. Я щит Аргуса. Я восстановлю справедливость. Блять, а ладно, я же уже подходил ее. Нет. Блять, ебать, он идеально разыгрался просто. Просто идеально, блять. Я восстановлю справедливость. Я сюда не звали. Сейчас он кидает эту хуйню, блять, потом начинается эта дичь. Пиздец. Ебало, надо идти. Плюс у меня есть еще провокация.
О боже. О боже. Так. Сука. Шагни в тень. А пролом! А пролом! Я щит! Я восстановлю справедливость. Блять, вот это интересно, действительно. Смогу ли я его разъебать, блять? У него вся колода забита мурлоками. Это получается, нет никаких заклинаний. Че он сделает, блять? Рывков накидает мне. Он может их забафать, правда? Интересно. Ты проиграл не ты. Чувак. Ну хрен, блядь, ты не знаешь, как играть в Херстол. Это фиаско. Сейчас посмотрим. Ну, а может быть и нет. Да нет, я выиграл. Спасибо. Клинки наготове. Я восстановлю справедливость. Нормас. Вот, вот и не проиграл, чувак. 10. Я чуть не понял, почему он тебе поебал не надавал. Ну там один раз только ударить можно, чувак. Существу. Ты взял один раз, ударил и все. Ну, за каждую имею в виду. Есть, правда, с рывками существа, которые ты сразу кинул и сразу ударил. Тут я не врубился вообще. Ну, у меня провокации были, понимаешь, что? Он должен был сначала их побить. Помнишь, я тебе говорил? Никому не избежать моего гнева. Тогда понятно. Вот этот, у меня есть Эдвин Ван Клифф, это интересная карта. Вот смотри, за каждую карту, которую я разыграю перед ней, она будет бафать его 2-2. То есть я разыграю 5 карт, и у него там будет плюс 10. То есть 12-12 карта выйдет. А у меня тут карта есть, которая 0 маны стоит. Зачем меня призвали? Я восстановлю справедливость. Худо этот хуй меня обыграл. Не люблю этих. Провокация. Он у нас бросок будет, короче. Ну, блядь. Не помню, брод, короче. Да, блядь, я даже не знаю, что делать. Что я могу сделать? Профессионал. Так. Хм.
Он в лицо мне двигался. Дай мне может задание. Быть, я так и сделаю. Я восстановлю справедливость. Блять, Лектлена. Блять, да ну нахуй. Блять, ебать, мне это везло. Не выполнено. Да, блять, у меня какая-то хуйня, а не карта. Что-то Никита совсем все плохо. Да. Интересно. Он доминирует сам еще. Тебя не спасет. Да. Честно швыряю свои самые сильные карты. Я не могу это сделать. Я восстановлю справедливость. Ебало получилось. О, как больно-то, а? Как больно же. Блин, эта карта за ноль. Чё, блядь? Пошёл нахуй. Побочные эффекты. Да это пиздец лакер, какие чувак. Какие побочные эффекты? Нет, он просто профессионал. Я не могу это сделать. У тебя еще есть шанс, Никит. Я восстановлю справедливость. Че, может, отсидит меня? У него потом говно карты. Блядь, что нахуй? Серьезно? Он слишком жесткий парень. Чувак, у меня все просто отвратится. Думай. У него хороший характер. Да такие прям это, очень. Да это хуйня, парень. Просто у меня не зашло, а у него зашло, блядь, с самого начала. Это просто рандом, понимаешь, чувак. Ему повезло, но я, у меня есть шанс выиграть его. Если я затяну эту игру, наверное. Хуй знает. Мне есть чем выйти его пиздить. Блять, у него какие-то леди еще мощные. А че это за... Ой, блять, когда он получает урон, призывает Грола с провокацией. Вау. Вау. Блять. Интересно. 5-3-8. А, ну, в принципе. В принципе. Я могу 6 поебало получить. И карту сохранить. Интересно. Ну, твоя магия тебя не спасет. Он сейчас ебнет моего этого, блять, разрушителя чар. Да ну нахуй, это проеб просто. Это просто проеб, блять. Мне 5 на 5, у него 5. Ебать, охуенный просто. Да это жестко. Да ему пиздец везет.
какой-то хуйни себе набрал в колоду, блядь. Пиздец, вот ты не понимаешь, этот слизняк, он нахуй не нужен, блядь, ему. Но он его запихнул и уничтожил мне оружие. О, размен, вот теперь вот эта дичь. Круто. Классно. Нахуй я вообще играю? У тебя еще есть карта, да? Отличная игра. Я сдаюсь. О. Да. Осталось выиграть еще. Так, две игры мне надо выиграть сегодня. Не, ну пиздец, я не мог так играть, блядь. Это второй вот такой вот этот чернокнижник с такой вот хуйней, блядь. Рога мне вообще не нравится, блядь. Я на чернокнижнике сам играю, чувак. Там, на Гул'дане. Знаешь Гул'дана? Да, конечно, бухаем иногда. Никому не избежать моего гнева. Он был в этом в Варкрафте. Да нет, конечно, Никита, откуда мне узнать? Мало ли, вдруг это твой кореш. Разбойник. Счастливого праздника зимнего покрова. Желает это удачи. Я мечтаю быть похожей на тебя. Охуенно, блять. Вот просто начало охуенное уже, чувак, блять, у него. Охуительное. Три, блядь, ещё и сделал. Я не знаю, Никита, я задержку свою. Чё я могу сделать, блядь, вообще здесь? А, я знаю, чё я могу сделать. Справедливость восторжествует! Вот если бы у меня была другая карта, но она была прикольная. К сожалению, он пидор. О, песни и нет. Может, мне повезет? Петрович. Ладно, пойду я. Горизонт поиграю. Ее, мне повезло, чувак. Ебать. Не вот норм, я так и хотел. Все прям как я хотел, чувак. Все прям как я хотел. А, он сейчас замораживает будет мою. Ну да, тут все просто. Я восстановлю справедливость. Ебать, я его сейчас разъебу. Никакой ему слизняк не поможет. Так, что я могу сделать? Ничего? Серьезно? Стоп, а это будет считаться за заклинание? Хуй там, я восстановлю справедливость. Ну, всё. Не трогай свечу! Ну,
восстановлю справедливость. Как же я ебошу. Фу, лакер. Эта партия за тобой. Ну надо же. Ну надо же. Ну надо же. О, блядь, охуенно. Сука, заебись. Маев и Гул'дан. Моя душа будет моей. Никому не избежать моего гнева. Истина в смерти. Истина в смерти. Спасибо. Положись на пирата. Дай мне задание. Я восстановлю справедливость. Абсолютная порча! Абсолютная порча! Интересно. Чё, охуел, что ли, блядь, ублюдок? Мразь. Я восстановлю справедливость. Чё, собака? Чё? Чё нюхаешь? Твоя магия тебя не спасёт. Пидор. Ах ты пидор. Ах ты пидор.
Я восстановлю справедливость. Освободи меня! Зачем меня призвали? Ты кто? Твоя магия тебя не спасет. Я восстановлю справедливость. Дебил. И кто? Я восстановлю справедливость. Шагни в тень. Я применить к этой цели. Положись на пиратов. Потанцуем? Не указывай мне тут! Я восстановлю справедливость. 5-5. Он кинул все самые мощные карты. Что у него еще может быть? Одно говно, блядь, останется. У него может быть лего. Чувак, ты легнул? Интересно. Алло. Йоу, здорово. Здорово. Я сейчас в Хирскоу играю. Нормально. Магия тебя не спасет. Я восстановлю справедливость. Ой, блядь. Конечно же у него легион, как, блядь, это есть. Гентаркой. Ай, блядь, Ван Клифф, сука. Ван Клифф, блядь. Где ж ты был все это время, Ван Клифф? Справедливость восторжествует! Нельзя применить к этой цели. Ты отлично играешь. Я сдаюсь. Ебать, его, блядь, колода, пиздец. Наверное, только и делать, что проёбывают все время. Mm-hmm. Маев и Андуин. Свет дарует мне победу. Никому не избежать моего гнева. Так. Это полезная карта, наверное, все-таки оставлю.
Ох, ебать, мне бы двоечку. Мне бы двоечку. Побочные эффекты? Какие побочные эффекты? Я восстановлю справедливость. О, пидор, я забыл, что он хилится. Блять. Побочные эффекты. Я ебать он две поставил. Какие побочные эффекты? Может бафнуть? Дай мне задание! Я восстановлю справедливость. Задание не выполнено. Боже. Твоя магия тебя не спасет. Что, сыграем во что-нибудь? А во что хочешь? Не знаю. Точнее, в CS-ку один раз сыграл. Какими-то хуесосами там вообще, блядь. А, во, норм. Почему мне колесо не приходит? Он так нужен мне. У меня две карты, блядь, пиздатые. Вечность говорит моим голосом. Я восстановлю справедливость. Огни в тень. Нихуя себе. Вот это да. А может повезет мне, блять. Так. Думай. Вообще хуй знает, что из этого получится. Апролом! Так. Так, блять, сука, ну давай. Окей. Я щит Аргуса! Я щит Аргуса! Справедливость восторжествует! Я восстановлю справедливость! О, блять, пусть они киданет Сайленс, блять! Сайленс, блять, пусть киданет в меня! Вот это будет умора! Какой-нибудь... А, ну да, у него же уничтожение есть! Хули я такой тупой? А если нету? Это же будет охуенно! Он что-то долго думает. Походу реально нету. Ну, семи что? А. Разумеется.
Предупреждаю, я нестабилен. И что это было? Нахрен это сделал? Так, 8, а вот как раз у меня 8. Это ментальный дислокатор Несса. Молодой человек из Гилнесса. Келесет, вау, классно. Все вы! Становлюсь справедливым. Блять, ему один предсмертный хрип разыграть и все. И он 40 себе отхилит. Он подбор делает. Пират, окей. Кирисета, нет, нет, что он спиздил? У него нету предсмертного хрипа, серьезно, он проебал. Я мщу, и после смерти! Что все заклинания? Класса противника. Класса противника. Он пытается раскопать предсмертный хрип. Это смешно. Но... на уроде же его нету, по-моему. А, все, у него уже не хватит. Спасибо. Надо решать быстрее. Неплохо сыграно. Истина в смерти. Я восстановлю справедливость. Я долбоёб? О боже. Та-да! Ложись на пиратов. А, ну ладно, он отсрочил один. А нет, 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 нет! Он отхилил себе, сука, 40 хп, блять. Охуительно просто. Теперь ты в безопасности. Безопасности, блять, он. Сука, пидорас, блять. Ничего, может, я его все равно ёбну? Ну, давай. Сейчас его отхилит, Остановлю справедливость. Он будет уничтожать. А, у него уничтожение есть. Блять, вот это ж пидор, а. Как же ему, сука, повезло, блять. Я мог бы за один ход его убить? Если бы ударил бы. А, нет. Твоя магия тебя не спасет. Я восстановлю справедливость. Да хранит нас Тарцола! Зимнего покрова.
Алло. Во что будем катать? Это охуительно. Прикинь, он раскопал у меня секрет, который дал ему, короче, победу в этой игре. Секрет моего класса, блядь, Херстоун. Это ж пиздец просто. Уёбок, блядь. Новый рассвет. Что уёбок, блядь. Дайте мне карту нормальную какую-нибудь. Себе две, я думаю. А, охуительно просто, блядь. Блядь, где купить часы, где каждая минута названа своим именем? Чего? Ну знаешь, там 21 проклятая минута восьмого, там или... 32 долбанные минуты. Что-то странно я сейчас сказал вообще. Ну это там, понимаешь, такие, блядь, наручные часы. Не знаю, в интернете искать только. Где словами? Какой-нибудь доставкой, блядь. Окей. О, блядь, пидор. Да пошел ты нахуй, козел, блядь, ебаный. Сегодня твой день. Сейчас бы раскопать у противника бессмертие, блядь. Это охуенно просто. На следующий ход себе отхилить 40 хп, блядь, когда у него 4 оставалось, блядь. Классно, блядь. На мана. А нихуй ски квест у этого, блядь, жреца, блядь. Кидает за 5 маны, блядь, карту 8-8, да еще с провокацией, до которой еще дает, блядь, 40 хп, блядь, героя. Избежать моего гнева. Охуенно просто. Жестко. Жестко. Отлично. Клифа на 4 пахну. 6-6 он не будет. Это ты, повелитель? Блядь, Ктунвар охуенно просто. Классно, блядь. О, боже. Я восстановлю справедливость. А чё я делаю, блядь? Я мог разыграть. На следующем, так на следующем. Блять, я мог... Ай, блять, я мог его так жестко забафать, пиздец. Сука, охуенно, блять. Теперь вообще нихуя не могу ничего сделать. Я восстановлю справедливость. Я восстановлю справедливость. Твоя магия тебя не спасет. Классно, блядь. Классно, блядь. Что такое? Да параша полная, пиздец. Раз. Два. На шесть есть, значит. В смысле, какого хуя я это делаю? Дай мне задание! Блять, я мог бафать две карты одновременно, охуенно, блять. Yeah.
смерть восторжествует! Я восстановлю справедливость. Смотри, что у меня есть. Кто он? Кто? Кто? Что же это? Что же какой-то? Казнь. Охуенно. Охуительно. Дай мне задание. Я восстановлю справедливость. Существо будет готово атаковать через ход. Окей. Окей. Через ход, так через ход. Задание не выполнено. Я восстановлю справедливость. Катун защищает нас! Катун защищает нас! О! Ебать, как он нас защищает! Казнь. Кто? Ну, может быть, опять броня казнь? На заказ. Броня. Что такое? Ух, хуесос, они ебаные. Почему 3 на 3 делают? Пидармон, блядь, все карты ему заходят просто. Просто все карты ему заходят, блядь. Разнесись на него! Я щит Аргуса! Я восстановлю справедливость. Блестяшки, блестяшки! Я сделала большую блестяшку! Блять, я не могу. Просто пошли нахуй. Тебе не укрыться от смертной тени. А пролом! Надо было лего ёбнуть. Ладно, отлично. Он защищает меня. Го в КС? Мне одну игру надо выиграть, и я не могу это сделать уже несколько... Подряд. Где? Шестого. Вот именно Ну ладно, ща приду. Ебаная разбойница, блять. Вот хуя ничего не может. Я тут. Мое и
Утер! Я буду сражаться с честью. Никому не избежать моего гнева. Тоже. Вдруг повезет. Ладно, не повезет. Счастливого праздника зимнего покрова, герой. Герой, блядь. Отправился на бобры. Пошел ты нахуй, делай, что хочешь, уеду. Классно, пиздняк, вау. Отлично. Твоя магия тебя не спасет. Сейчас. Интересно. Думай. Защищает меня. Никито. Кавказку. Так, я не понял, как он уничтожил моего это? Блять, что он его бафнул? А чем он его бафнул? А, 4 на 4, понятно. Думай. Молодой человек из Билнэнса
Я восстановлю справедливость. Следуй правилам. Мы должны очистить солнечный колодец. Оу-е. Пошел. Батя поехал. Истина в смерти. Истина в смерти. Шагни в тень. Я восстановлю справедливость. Счастливого праздника зимнего покрова. Я сейчас... Во имя света! Колеса там троих баф... На три бафнулся. Это типа очень круто. Клинки наготове. Я щит Аргуса, и прольется кровь. Мы должны очистить солнечный колодец. Чего на 6 бафов? Я не понял. А, спасти его. Больше не трогай свечку! Что приказать? Трех паладинов рекордов, что, блядь? Что, блядь? Включаю ментальный дислокатор Т-130! Во имя света! Я восстановлю справедливость. Он и прольется кровь! Этому место в музее! Питер уничтожен. Блять, он три карты взял, ебать, это плохо очень. Да, конечно. Жду приказаний. Я не пал. У меня нету нужной мне хуйни. О боже. Так, 10-12. Ну ладно, я еще жив. Почему? А, ну да, они же не бафнуты. А, спал я проигрывать уже. Что-то слишком часто. Их дни, блядь, сука. Ой, блядь, я устал уже проебывать. Суки.
сути. Так. Никому не избежать моего гнева. Бафнуть колесо на 3, сука, и проиграть. Это охуенно, блядь. На 3, сука! Зачем меня призвали? Пропускаем ход. А, надо было разыграть его, точно. Мне это надо. Ну, все, началось. А, ну ладно. Истина в смерти. Предложения в интернете, короче. Я в академии парень решил, что хватит продавать все, что как бы другие продают. Все, мне Игорь. Что там рисовал. Такое? Бизнесменом решил стать? Я восстановлю справедливость. Но бурдош. Ебать, я, блядь, охуенно. Так. Ну-ка, я смогу выебать его, если так сделаю. Надеюсь, тебе нравится моя изобретательность. Ну, а, он будет тянуть карты, на него, видимо. И что это ему даст? Это нихуя ему не даст. Блин, да что такое? Все, летал есть. Чики-чики! Пау-пау, блядь! А, он тянет карты, он хочет что-то найти. А что у него есть? За 6 мана, что он может разыграть? А, уничтожение какое-то. Оно есть у него в колоде. О, у тебя там неприятности. О-о-о, какой стратег. Бля, ебать, он карты тянет, это пиздец. Всё нахуй. Всё нахуй, блядь. Готов. Сука! Готов. Yeah!
Где моя Лего, блядь? Блять, пиздатая хуйня. Редкая карта. Нихуя себе. Что это стоимость оружия на две? Нихуя себе. Чё за дичь, блять, такая? Блять, в рот ебал, Хирстоун, сука, где нормальные карты, блять? Леги там, золотые, эпики, золотые леги. Джерри. Че так. Нихуя себе, но... Да не, ничего.
Да ну нахуй. Рик.